продолжаем полезное утро. И как сделать ремонт в ванной? Что можно использовать помимо плитки? Расскажем в нашей следующей рубрике. Всем доброе утро! И сегодня мы поговорим про отделку стен в ванной комнате. Керамическая плитка очень прочно заняла свои позиции и не намерена уступать. Поэтому сегодня я предлагаю рассмотреть другие современные способы отделки стен. При выборе отделочных материалов мы не должны забывать про следующие требования. Это способность переносить повышенную влажность, стойкость к перепаду температуры и легкий уход. И первое, о чем мы поговорим, это применение краски. Для помещения с высокой влажностью нам подойдет определенная влагостойкая краска. На фото мы видим один из примеров, где применяется акриловая матовая краска. Преимущество такого варианта следующее. Первое. Нанесение краски намного выгоднее по стоимости, чем делать укладку плитки. Второе. На интерьерном рынке есть огромный выбор цветовой палитры. Но также существуют и следующие недостатки. Первое. Стереотипное мышление на тему того, что краска применяется только в поликлинике или в санаториях. Второе. Перед тем, как наносить краску, стены должны быть идеально гладкими. Второй способ – это обои. В нашем случае для помещения с высокой влажностью подойдут обои, на которых есть отметка 3 волны – влагостойкие. Это могут быть виниловые обои. Они очень хорошо переносят перепады температуры и повышенную влажность. Но также, если нет прямого воздействия воды, можно применять и флизелиновые обои, при этом задекорировать их отделочной плиткой. Существует огромное разнообразие различных принтов и дизайнов. Преимущество такого варианта – это легкий монтаж и широкий ценовой диапазон. Но существуют и следующие недостатки. Если вы выбираете винил, то, как правило, он очень плотный и не пропускает воздух. Поэтому, чтобы не образовывалась плесень, необходима высокая вентиляция помещения. И второй недостаток в том, что необходимо помнить, что нужен определенный влагостойкий клей. Следующий способ, о котором мы поговорим, это лепной декор. Лепной декор сейчас набирает огромную популярность. Используют, как правило, два материала. Это полимерный гипс или композитный материал. Они легко переносят влажность, перепады температуры и при этом очень легкие в монтаже. Здесь самое главное выбрать необходимую композицию, чтобы не было ощущения, что интерьер перенасыщен. Преимущество лепного декора в том, что есть огромный выбор готовых элементов, и вы можете комбинировать их на свой вкус. Сегодня мы рассмотрели несколько способов оформления стен в ванной комнате. Но при выборе дизайна не забывайте, что ванная комната – важное помещение в вашей квартире, где утром вы получаете заряд энергии, а вечером расслабляетесь. Поэтому важно, чтобы дизайн объединял красоту, гармонию и уют.